Дорогие казахстанцы, посмотрите на автомобили, которые едут по улицам наших городов. Каких только номеров нет. Кыргызские, монгольские, армянские, российские. И обратите внимание на состояние этих машин. Как ни парадоксально, но самые убитые и самые старые машины – это машины с казахскими номерами. На наших улицах ездят много машин 80-х годов выпуска прошлого столетия с казахскими номерами. Им почти полвека. Вы не задумывались, почему? Ответ прост. В этих государствах упрощена и минимизирована процедура для ввоза автомобилей европейского и азиатского рынка. И только для граждан Казахстана придуманы всякие способы грабежа, такие как утильсбор и другие способы препятствий для того, чтобы мы волей-неволей приобретали российские Калины, Приоры, Весты в кредит у назарбаевских банков, где с нас дерут стружку еще и банкиры. Мы все знаем, что российский автопром производит автомобили самого низкого качества, наверное, в мире. Постоянные клиенты и, наверное, единственные клиенты это Росавтопрома, это Казахстан и Северная Корея. В экономических проектах партии «Алга Казахстан» мы требуем отмены утильсбора и минимизацию требований для импорта автомобилей. У нас нет собственного автопрома, и граждане наши